Здравствуйте. Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов нелестно отозвался о дочери Валерии Ане Шульгиной, которая недавно сменила имя. В начале марта дочь певицы Валерии официально сменила имя. Теперь девушка записана в паспорте как Шена Александровна. Несколько лет назад дочь Валерии начала карьеру певицы, взяв себе сценический псевдоним Шина. Позднее Шульгина решила поменять паспорт и имя. Соседов выразил уверенность, что новое имя не повлияет на вокальные данные Шульгиной и не поможет ее дальнейшей карьере. Он также добавил, что артист должен привлекать к себе внимание своим творчеством и уровнем исполнительского мастерства. Выделяться надо не именем, а голосом, манерами, повадками. Она – средняя певица. Таких голосов тысячи, отметил Соседов. Ранее Соседов раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой. По его словам, феномен популярности Бузовой не связан с ее творческой деятельностью. Бузова вызывает интерес у публики благодаря своему образу и стилю жизни. Соседов выразил уверенность, что данный вопрос должен изучаться социологом и психологами, так как популярность Бузовой не связана с музыкой. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока!